13 февраля, понедельник, около 6 вечера. Вот день стал подлиннее, заметно увеличивается продолжительность, и с утра светлее раньше становится, и вечером позже темнее. Где-то между Токсово и Кузьмово на трассе. Может, ну, это вот часть марафона, петля 17-километровая, идет от СКА, от Токсово, Кузьмово. Вот. Где-то посерединке еду. Палочки предусмотрительно снял. Держу в руке. Если буду падать, хотя бы не сломать. Вот параллельно идет дорога в противоположном направлении. Они так параллельно идут, иногда расходятся. Особенно вот с этой стороны есть крутой подъем. Несколько ступеней вверх. Достаточно тягун и крутой. Может быть, один из самых сложных на всей 17-километровой трассе. Вот теперь классно, можно и вечером кататься успевать. Да, солнце уже село минут и визуально, и по прогнозу, где-то минут 10 назад. Но еще светло. Ну еще минут 10-15 можно даже кататься. А так, помню, с фонариками катались в темноте, на лоб вешали и вперед. Так, на ногах поработаю ногами. Еще один спуск. Вот так, вверх-вниз. И это еще более-менее такой пологий участок. Ближе к Скопиону скатом. Еще круче подъемы, спуски. По прогнозу погоды еще месяцок постоит. Отлично, можно накатать. Трасса хорошая, раскатанная. Позавчера катался, в субботу. Больше снега было. Такого пухлячка и вязли немного лыжи. Видно, он приосел немного. Подморозило, плюс люди раскатали все выходные. Вот это, наверное, слева, вот массив. А, нет, виден. Я думал, что то, что говорил, слева высокий тягун. Но здесь тоже впереди слева виден. Вот здесь разворот. Вот тут пункт питания был на марафоне. Вот, а этот мощный тягун где-то через несколько сот метров будет. Вот там, по правую сторону. Тут раньше тоже делали трассу. Прошлый марафон туда уходил еще. Километр, два туда и обратно, соответственно. Ну, сейчас ее подсократили. Тут точки разворота. От трассы отходит дорога, можно вплотную подъехать.